Доброе утро, уважаемые коллеги. Я представляю Воронежский государственный университет. И в этом... Повыше, да? И в этом году, вот начиная с 2008 года по 2011 год, тогда, значит, мы провели достаточно такое активное тестирование электронно-библиотечных систем. И вот с этим я с вами и поделюсь. Выписываем мы, естественно, не только электронно-библиотечные системы, но и образовательные ресурсы удаленного доступа, поэтому немножко я коснусь и этого материала. Формирование фонда полнотекстовыми базами данных зональной научной библиотеки ВГУ началось в 1999 году в рамках проекта «Сорос и электронные журналы». Сегодня научная библиотека комплектует фонд полнотекстовых баз данных с помощью Национального электронно-информационного консорциума НИКОН и Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ. В настоящее время... Помимо вот электронно-библиотечных систем, которыми мы занимаемся, значит, организован доступ к электронным образовательным ресурсам зарубежных издательств. То есть в университете доступны такие издания, как издания таких издательств, как Эльзевир, Эбско, Taylor & Francis, Natural, то есть доступны журналы Американского химического общества, Американского института физики, Американского физического общества, ну и многие другие. Из российских образовательных ресурсов доступны реферативные журналы «Винити», справочники «Полпред» и научная электронная библиотека «НЭП». В 2008 году в соответствии с поручением президента Российской Федерации Дмитрия Александровича Медведева номер 576 от 7 апреля 2008 года перед вузами стала необходимость внедрения электронно-библиотечных систем. И наша научная библиотека и вуз активно подключились к этому процессу. Одной из первых в 2008 году была протестирована электронно-библиотечная система университета библиотека онлайн, но тогда она просто называлась образовательный ресурс. В основном эта библиотека содержит дисциплины по гуманитарным наукам. С 2008 года по 2011 год были протестированы следующие электронно-библиотечные системы. Это ЭБС, книгофонд, содержит ресурсы по гуманитарным, естественным, техническим дисциплинам. ЭБС, консультант студента, электронная библиотека медицинского вуза. Тестирование у нас происходило даже в два этапа. Это в октябре 2010 года и в мае 2011 года. Также мы тестировали ЭБС издательство «Лань». Содержит ресурсы по естественным дисциплинам. И вот в этом издательстве нас заинтересовали пакеты математика, инженерной науки, физика. Среди ЭБС, которые созданы издательствами, значит, мы тестировали ЭБС iBook, ЭБС IPR Book и ЭБС Book.ru. То есть это все системы, в общем-то, в которых есть и гуманитарные, и естественные, и технические дисциплины. В феврале 2010 года проведено повторное тестирование ЭБС «Университетская библиотека онлайн», а в марте 2010 года научная библиотека оформила подписку на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» как пробный вариант. То есть мы решили проверить, каким образом будут работать студенты с этой подпиской, то есть с этой электронной библиотечной системой. В ходе этой работы, то есть в ходе работы...